География пятых игр кочевников максимально широка. Напомню, в столицу Казахстана съехались представители из 89 стран мира. Причем кочевые виды спорта попадают прямо в сердце тысяч людей, вне зависимости от места их проживания. И они намерены приложить все усилия, чтобы популяризировать игры в своих странах. Мои коллеги пообщались с членами зарубежных сборных. Игра в Кок Пар завораживает. Мы впервые увидели ее на YouTube и были заворожены. Мы приезжали на игры кочевников в 2016 году. Тогда нам удалось сыграть впервые, и с тех пор мы каждый раз ждем этого с нетерпением. Уверен, что если больше людей узнают про Кок Пар в США, он будет невероятно популярным. Мы приехали из Китая, но нас больше 30 спортсменов примут участие в самых разных видах спорта. Я безумно рад, что вношу свою лепту в сохранение древних традиций кочевых народов. Надеемся показать достойный результат. Это большой праздник для всех нас. Я здесь в первый раз. Ребята тоже никогда не были в Астане, но мы очень взволнованы. Старт получился отличным. Все люди здесь очень приветливые и радушные. Пока мы не знаем, чего ждать. Это наш первый раз, но мы очень ждем соревнований. Другие команды усердно тренируются, но и мы не планируем отставать.